ВКонтакте. В країні день тиші, а в будинку клоунів зовсім навпаки. Блазні та орликіни з багатьох країн світу приїхали сюди, аби взяти участь в конкурсній програмі 9-го фестивалю коміків і мімів «Комедіада». Переможець отримає статуетку Михайла Реви. Я вас вітаю, 9-та комедіада, це про жарти, але це не жарт, це дуже серйозно. Даже не вериться, що вже 9 лет ми це проводимо, сьогодні відкриття цього прекрасного фестивалю. Допоможіть мені, так. Да. 9-й фестиваль, комедіада. Про що це? Про що це? Фестиваль про клоунаду. Не только про клоунаду, про веселых людей, позитивных, и чтобы мы зарядили всех зрителей, всех одесситов и приехавших этим прекрасным жанром, этим искусством, и чтобы они это внесли в жизнь, радость, добро и, как у нас девиз, миру смех. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Очень круто, что вы здесь на комедиаде. Как так стало, что вы тут? А? Как стало, что вы тут сам? Ну, мы проезжали мимо и приехали сюда. У нас один парень может поднять другого парня на плечах, поэтому нам грех сюда не перейти, понимаете? А, я знаю, что вы любите французскую культуру, можно бачить из ваших выступов на Лизе Смих. Мы очень любим французов, потому что у нас особенно есть Рамштайн. Рамштайн очень нам нравится, это лучшие французы наши. Это наша собака. Собака. Да. Как ее звать? Викрам. Викрам. Смотрим! Вообще. Давайте поговорим с вами про статуэтку. Все-таки вот не было фестиваля уже 9 лет, не было статуэтки, появилась. Вот расскажите, как создавали ее? Я хотел сделать такого мечтателя, который вот одел этот носик, и у него появилась улыбка и грусть, и любовь, и все как бы вот в этом маленьком таком беззащитном образе, но который, наверное, спасает все человечество. Він має ім'я? Нет, но как у клоуна нет имени, может улыбка. 9-та комедіада офіційно почалася. Це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.